Завтра в 11:30 в день Сретения сочинская православная молодежь соберется в храме Преображения Господня в Хосте. Там ко Дню православной молодежи намечен старт городского этапа краевого фестиваля «Моя вера православная». В нем примут участие воспитанники музыкальных школ и церковный хор. Ну а в Центре развития волонтерства пройдет поэтический конкурс «Пишу о православном крае». Принять участие могут все желающие. К участию в конкурсе принимаются только авторские стихи, но в волонтерском центре ждут и талантливых чтецов. Старт в 16 часов. Молодежь интересуется, и очень много мы получаем заявок. Даже в период проведения летней оздоровительной кампании есть отдельная смена «Моя вера православная», куда как раз-таки молодежь с удовольствием записывается, как раз таки там рассказывается об основных праздниках православной культуры, о том, как их праздновать, вообще, как приходить в храм, с чего начинать. Ведь действительно молодежь начинает этим интересоваться, и сегодня, посещая храм, мы видим, что все больше и больше молодежи стало посещать наши храмы.